our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Всем доброе утро, и нет, началось оно у меня не только сейчас, началось оно у меня достаточно давно, не просто так я просыпаюсь с таким марафетом, у меня просто была уже онлайн рабочая встреча, и я ездила сегодня в больницу сдавать анализы на гормоны, поэтому я не завтракала, сейчас вот готовила себе завтрак, сейчас сяду уже чай пить и завтракать. Сдавала анализы на гормоны, вообще объявила для себя 2024 год годом здоровья, решила сделать чекап, разобраться со своим женским здоровьем, недавно была у гинеколога. У меня очень сильно нарушился мой женский ритм, все как-то совершенно поехало из-за того, что не заботишься о себе. Причем я и забочусь о ребенке, маму тоже постоянно звоню, говорю: маму, сдай анализы, сдай то, сдай все, проверься, а про себя забываешь все время. И на самом деле так, конечно, нельзя. Сначала нужно надевать кислородную маску на себя, затем на ребенка. Ну, у меня, видите, так не получается. Поэтому, да, сейчас разбираюсь с гинекологией. Через несколько дней у меня стоматолог. Это вообще отдельная история. Машинка достирала. Это вообще отдельная история. Стоматолог — это такая тема. Я записалась на профессиональную гигиену. По-любому нужно будет что-то лечить. И вот потом ты просто выходишь и понимаешь, что на это прям надо копить. Это прям надо откладывать, знаете, так. Потому что стоматология сейчас жутко дорогая. И вот этот момент всегда... всегда напрягает, хотя, конечно, на здоровье ни в коем случае экономить нельзя. Я сижу в своем новом халате, в новом домашнем платье, купила несколько комплектов для дома. Купила несколько комплектов для дома, чуть позже сделаю с вами. У меня сегодня такой полубытовой домашний день, при этом с решением некоторых рабочих вопросов. И как раз по поводу работы я хотела поболтать с вами. Я решила немного сместить ракурс внимания, сферу деятельности своей жизни. И хотела вам рассказать об этом. У меня сегодня как раз день, когда я хочу расписать все свои планы, написать стратегию на 2024 год. И да. Мы с вами еще об этом поболтаем, а пока я удаляюсь на завтрак. Теперь все мои подружки, все мое окружение хочет творить такой же шухер на голове и называть это серф-волнами. И носить это по 3 дня. Потому что моей укладке, чтобы вы понимали, не 1 день, а 2 или 3 уже. У меня вот эта вот плойка, она супер недорогая. Kit Ford — это бренд. Мне посоветовал этот бренд мой мастер по волосам. И она просто вот такая вот тройная, супер элементарная. Ты просто берешь прядь, вот так вот зажимаешь ее, и, соответственно, получаешь свои локоны. Сниму для вас укладку, обещаю. Но моя Анютка захотела такую же. Вы ее раскупили после того, как я ее показала. Я ждала, пока она появится. Потом думаю, чего я жду. Закажу ей вот такой вот вариант. Она очень классная. Тоже, кстати, бюджетная. Но она уже более крупная, потому что у Анютки и волосы подлиннее моих. По-моему, выглядит прикольно. И надежно, судя по всему, вот этот механизм здесь такой плавненький, удобный. Я не думаю, что она будет каждый день делать, потому что у Анюты самой волосы вьются, они достаточно длинные, и заморачиваться с этим она вряд ли будет прямо на ежедневной основе. Но так поиграться, почему бы и нет? Такой вот рождественский подарок моей девочке. Так называется бренд. Так что таких вариантов сейчас очень много, и тот и другой я заказывала, по-моему, на Яндексе.
Очень классная. Теперь сама такую хочу. Мне кажется, это по диаметру, судя по всему, будут более аккуратные мелкие локоны, чем у моей. У моей они такие более крупные. Именно вот эта волна более крупная. Пока допиваю чай, поболтаю с вами немного. И как раз хочу поговорить с вами на тему работы. У меня сегодня день написания стратегии на 2024 год, день постановки планов, день, когда я должна определить для себя очень многие моменты. Сегодня буквально, вот у меня тут уже лежит ежедневник, и я хочу этому посвятить не один час. Вы знаете, что я 3 года посвятила сфере недвижимости, что я горела этой сферой и горю до сих пор. То есть я не выгорела, не устала. У меня нет такого, что я хочу полностью отказаться от этой сферы. Нет, я хочу сейчас продолжать там работать. Но при этом несколько месяцев назад во мне поселилась мысль начать развиваться в сфере шопинга, моды, в сфере стилистики. И у меня уже были кейсы работы с клиентками на шопинг-сопровождении, на разборе гардероба. У меня были кейсы по стилизации фотосессий. И они всегда были успешны, но я при этом никогда не делала большую ставку на эту сферу. Я всегда воспринимала это как хобби, приносящее деньги, но при этом всем я понимаю, что сейчас меня все больше затягивает эта сфера, что блогинг дал мне очень много. Это масса знакомств с крупными брендами. Это огромный этап личного развития. Я постоянно менялась, я постоянно совершенствовалась, училась бесконечно. И все это сейчас как будто бы наталкивает меня на то, чтобы я поменяла сферу своей деятельности, постепенно придя уже в стилистику. Я настолько вдохновлена сейчас. Мы еще недавно встретились с моим хорошим другом, сидели здесь внизу у парадной в его машине. И он сам человек, который построил когда-то собственный бизнес и построил его достаточно успешно. И он задал мне вопрос: чего? Чего ты ждешь? Вот какой момент станет для тебя той самой отправной точкой? Я ему сказала, что я жду какого-нибудь звоночка волшебного. Он просто позвонил мне на телефон, говорит: вот сейчас вот это тот самый звоночек, давай, начинай. И это стало для меня такой, знаете, юморной, но все-таки очень сильной поддержкой. Я действительно задумалась над этим. И вы знаете, что я телец. Мы очень стабильные такие знаки, несмотря на мое большое скорпионистое асцендентное начало. Я все-таки про какую-то стабильность. Если я выбираю какую-то сферу, я долго занимаюсь этим. И при всем при этом я сейчас ощущаю в себе готовность на все. Готовность к чему-то новому, и именно вот эта сфера блогинга дала мне такой огромный потенциал и дала мне огромный, знаете, выбор того, чем в конечном итоге я хочу заниматься и чему я хочу посвятить свою жизнь. И именно развитие в направлении стилистики сейчас для меня является определяющим, решающим. И буквально сегодня я хочу запланировать те этапы, которые будут включать в себя это развитие в течение 2024 года. Вот. Как обычно, я никогда пакетики не достаю. Я пока чай не допью, он будет там. А это мой подарок от Анютки. Я ей заказывала красивую нюдовую помаду, потому что мне хотелось чего-то новенького, а выбирать и заморачиваться не хотелось. А Анюте я всегда доверяю. Она выбрала для меня помаду из серии The Only One от бренда Dolce & Gabbana. В оттенке Sweet Honey и вот такой вот леопардовый чехольчик. Хотя она сказала, что изначально искала для меня черное кружево. По-моему, очень красивое, очень эффектное. Сейчас покажу вам ее. Очень классная. Она причем такая, знаете, глянцево-сатиновая, но при этом она вообще ничего не увлажняет. В общем, сейчас нанесу. Таким образом она смотрится на губах. Наносить ее лучше на увлажненные, ухоженные губы, иначе она подчеркнет шелушение. То есть, казалось бы, она лежит таким маслечком, дает цвет при этом достаточно пигментированное, но при этом увлажнение как такового, какого-то смягчения она не дает. Она требовательна именно к вашим губам, к их состоянию. Точно так же, как были помады от бренда Saint Laurent, скорее всего, они до сих пор есть, такие
полупрозрачные. У меня была такая помада, и они даже аромат имеют очень схожий. Они тоже ложились таким маслечком, давали оттенок такой легкий. И при этом, казалось бы, должны были увлажнять, но не увлажняли. Анютка бежала ко мне, говорила, это аналог Шарла Тилбери. Причем у нее самой есть Шарла Тилбери. И я удивилась, потому что она вообще на Шарлотту не похожа. Ни цветом, ни финишем. Но тем не менее, помада действительно обалденная. Могу советовать. Не рассчитывайте просто на то, что она вам даст какой-то супер уход. Она просто будет дорого, красиво смотреться. Особенно если вы в макияже делаете акцент на глаза, то вот губы можно сделать такими нейтральными и очень спокойными. Мне она безумно нравится. Я супер довольна. Неожиданная смена образа. Надеюсь, перья не будут мешать. Я показывала этот лонгслив в видео про свою январскую капсулу. Если еще не смотрели, то переходите обязательно по ссылочке. Я оставлю для вас в инфобоксе. И смотрите. Получилась классная, яркая зимняя капсула. Совершенно не скучная. А я сейчас собираюсь. Мы решили сегодня с моей Ксенией съездить в 48 стульев. Это пространство на Рубинштейна. И послушать джаз сегодня вечером. Поэтому да, у меня сегодня такой культурный вечер. Будет. Немножечко, возможно, для вас поснимаю. Очень советую, кто не был, обязательно сходите, если будете в Петербурге. И очень классный джаз-клуб Игоря Бутмана, по-моему, так он называется. Джаз я просто обожаю и давно уже собиралась. А что еще я забыла вам озвучить? Вспомнила. На новогодних я практически не снимала, потому что я проводила все время с семьей, и мы сходили на очень много классных, интересных спектаклей, и один из них был «Снежная королева» в Тюзе. Я показывала в запретграмме, насколько Гоше понравилось, и мне понравилось, что самое удивительное для меня «Снежная королева» — это вообще очень сентиментальная постановка всегда. Я всегда в конце плачу. Ничего не могу с собой поделать. Поэтому, если не были, тоже обязательно сходите. В Тюзе достойно детские постановки, и вот уже который раз мы с Гошей ходим, и ему всегда безумно нравится, он всегда в полном восторге, он у меня сам тот еще театрал, он сам занимается, и поэтому ему интересны такие события. Все, буду собираться, пойду сегодня в своей желтой шубе от Only Me, как раз таки, которую я показывала в январской капсуле. Я настолько в нее влюблена. Я хожу в ней и просто не хочу ее снимать. Она такая теплая, она такая солнечная. Сегодня еще и такая погода невероятная. Просто в нее влюбилась. Покажусь вам сейчас и выбегаю. Собирались 3 года, встретились на 1,5 часа. Наконец-таки на 4-й год мы встретились в кафе. Вообще. Через 3 дня тоже приедет. Я, короче, маме сказала, что купила желтую шубу, она ржет недавно. Она говорит, ты на цыпленка, типа, муж похож. Я в ней похожа на цыпленка, но меня это не смущает. Ну и она классная. Классная. Что? Двигаюсь. Что-то снимаю. Я что, в блог попаду? Так, я фотограф, работаю, снимаю свадьбы, дорого. Свадьбы, корпоративы, похороны. Если есть деньги, пишите, помогу вам их потратить. Типичная Кристина, просто я ничего другого не ожидала. Это мы сейчас сидели на барачнике на нашем сходке, и рядом сидит врач из Подпорожья. Ну, типа, там работает по контракту, ну, неважно. Многие даже не знают, что такое Подпорожье. Не надо знать. И он сидит, он такой, даже дышать дорого. Рядом с тобой даже дышать дорого. Ёмничаем.
Нас всех можно поздравить. Новогодние праздники уже отгремели. Мы возвращаемся к привычному ритму жизни. И я думаю, многие из нас поставили для себя цель в новом году заняться своим телом, привести себя в порядок, сбросить вес и так далее. Для меня сейчас главной целью является избавиться от последствий осени и зимы. Мы все переходим на менее правильное питание, меньше двигаемся, меньше гуляем. Это, конечно, отражается на состоянии нашего тела. Поэтому я сейчас привожу себя в форму, и я, как обычно, делаю это с онлайн-платформы тренировок FitStars. Я уже не раз вам рассказывала про эту онлайн-платформу. Я периодически возвращаюсь к домашним тренировкам. Для меня это прекрасная альтернатива тренировкам в спортивном зале, потому что куда-то собраться, потратить на это время, честно говоря, с моим ритмом жизни у меня совершенно не получается. И дома заниматься для меня гораздо удобнее. Тем более, что там есть тренировки от 7 до 30 минут в день. Это очень удобно. Есть совершенно разные программы разного типа тренировки. Вы можете заниматься йогой, вы можете заниматься растяжкой или можете, например, тренироваться по целой программе коррекции веса, коррекции вашего тела. Я как раз-таки сейчас занимаюсь по одной из таких программ. Все упражнения показаны очень доступно. Мне очень нравится, как объяснена техника, потому что я не самый дружащий со спортом человек, и мне действительно нужно объяснять, мне нравится, как там это сделано. На платформе FitStars также есть занятия для деток от 3 лет, и они проходят в игровой форме. Для меня, как для мамы, это важно, потому что ребенок таким образом увлекается и действительно с удовольствием подключается к занятиям, занимается физкультурой. Для него это, конечно, безусловно полезно, потому что спорт – это всегда про здоровое состояние нашего тела. Что очень важно, FitStars действительно помогает сбросить лишний вес и заняться телом, потому что он не только заботится о ваших тренировках, но и о вашем питании. Там есть целый раздел с рецептами, причем они абсолютно разнообразные и рассчитаны на разное количество калорий. Все зависит от того, какую цель вы ставите, насколько вы хотите похудеть и так далее. И вы можете, по сути, все, что вам необходимо, все эти знания полезные получить на платформе FitStars. Это очень-очень здорово. Вы можете оформить безлимитную подписку. У меня она уже очень-очень давно. И таким образом вы получаете доступ и к программам тренировок совершенно разным. Вы получаете доступ к рецептам, к советам по правильному питанию, к обучающим программам, которые направлены на то, чтобы повысить ваши знания и навыки в области поддержания здоровья и красоты вашего тела. То есть вы получаете полный базис знаний для того, чтобы быть стройными и красивыми. Подписки также доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела, ухода за собой под любой запрос. Здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. И давайте теперь к самому приятному. В январе, оформляя подписку Безлимит Премиум, вы получаете по моему личному промокоду скидку 70%. Я оставлю для вас промокод на экране, дополнительно в инфобоксе. Оставлю все ссылки в инфобоксе. Если вдруг ссылки будут подводить, то просто вводите промокод прямо на сайте и получаете скидку. Также вы получаете возможность поучаствовать в акции «Щедрый январь». Оформляя подписку, вы можете получить сертификат на сумму 5000 рублей для того, чтобы использовать его в фирменном магазине FitStars Shop. Вы можете купить там на эту сумму спортивный инвентарь, который поможет вам тренироваться дома. То есть это очень выгодно. Вы получаете сертификат практически номиналом, равным стоимости подписки. И да, получается, что подписка достается вам практически даром. При этом вы получаете массу полезных инструментов для домашних занятий. Все акции, которые я озвучила, доступны только в январе, поэтому торопитесь.
Всем привет еще раз, новое утро, новый день. У меня сегодня уже был спорт, впереди массаж, перед этим нужно забежать по делам, поэтому мне пришлось легкий макияж все-таки сделать. Я заметила, что у меня два супер привычных состояния. Это когда я с полным макияжем, со стрелками, или когда я совсем без макияжа. А вот такой макияж без стрелок мне совсем непривычен. Мне сейчас немного теней, кремовых, чуть-чуть сатиновых на подвижном веке. А брови я просто зачесала гелем для бровей, потому что они у меня и так ну, и покрашены. Помада Dolce & Gabbana, немного румян, немного бронзера и консилер. В целом мне сегодня достаточно. У меня буквально полчасика еще есть, и мы с Гошей отправляемся на вокал. У меня одно занятие индивидуальное, и второе мы с Гошей ходим уже по выходным. Он тоже ждет, не дождется уже занятия. 2 недели мы не были. Я тоже жутко соскучилась по своей преподавательнице. Но пока у меня есть время, я хочу показать вам свои новинки из домашней одежды, как и обещала. У меня вообще проблема была огромная купить себе кимоно. Вот оно, кстати, черное. Купить себе кимоно, потому что, условно, я покупаю стандартное кимоно в Intimissimi, и там мне жутко мешают рукава. И в основном, какие бы кимоно я ни покупала, мне все равно вот эти вот свободные рукава, которые еще и длинные чаще всего, они мне жутко мешали. И когда я что-то делаю по дому, а я постоянно в каком, знаете, в каком-то взаимодействии с едой, с какими-то чашками, что-то я убираюсь. В общем, если я дома, я, как правило, очень активно себя веду. Плюс, когда я с Гошей провожу время, все равно какая-то лепка, какие-то пластилины, какое-то рисование, конструкторы и так далее, мне вот эти рукава мешают. А кимоно – это такая одежда, знаете, вот после душа перед сном надел, ребенка уложила, какие-то дела по дому поделала и потом спокойно пошла спать. И тут я увидела, как у бренда Slain появилась новинка. Я знаю основательницу этого бренда, это моя подписчица, когда-то очень давно мы с ней познакомились, и теперь я периодически заказываю то нижнее белье, то какую-то одежду для дома, и я увидела, что Света шила комплект для невесты в молочном цвете. И я увидела то кимоно, которое она сделала как раз-таки в этот невестошный комплект. И мне очень понравилось, что там вот такая история с рукавом. То есть рукав там такой, знаете, необычный, асимметричный. И он вроде бы и свисает так красиво. То есть вот эта вот элегантность, вот этот вот флёр такой женственности остается, но при этом, блин, это так практично, что он, во-первых, не очень длинный, во-вторых, он вот за счет вот этого среза такого косого, он как крылышко, но при этом он комфортен и он не мешает. И я написала в бренд, что я хочу заказать такой халат черный. И Света говорит, а ты не хочешь еще в комплект попробовать себе взять платье? Типа, может быть, тебе сделать комплектом? Я подумала и решила, почему бы нет. И получается, что у меня здесь такой халат, достаточно короткий, то есть он, ну, такой в длине мини. И к нему вот такая вот черная комбинация. Еще и на регулируемых лямочках, тоже из шелка сделанная. Дальше, в чем я сейчас сижу? Это костюм, который я заказала на Wildberries. Вообще, почему я полезла на Wildberries? У нас с девчонками планируется пижамная вечеринка, и мне нужен был какой-нибудь интересный комплект. Плюс я увидела... сейчас, давайте начну тогда как раз с этого комплекта. Я заказала себе такой комплект. Это бренд Miss Nude. Он включает в себя рубашку, такую достаточно свободную, и брюки. Во-первых, это классная такая запредграммная история. Ты надеваешь это очень стильно смотрится, это очень по-девчачьи, это очень подходит для девичников, для каких-то вот этих девочковых вечеринок. Это в целом может быть использовано и на улице в летнюю погоду. Это не совсем пижамный комплект, это, скажем так, такой комплект в пижамном стиле, который уместен и дома, и на улице. И мне понравилось, что это такая Барби история, а она все еще с нами есть. То есть, если вы пройдетесь по магазину,
магазинам, вы увидите, что у нас все еще много розового, много вот этой девчачьей эстетики. И я как раз решила, почему бы нет. Рубашка оверсайз, достаточно такая объемная, и я ее или повязываю вместе с брюками, когда надеваю, или просто надеваю расстегнутую, и тут у меня или топ, или просто бра, то есть какой-нибудь еще дополнительный слой, тогда это очень классно смотрится. Брюки комфортные, они мне очень здорово сели на талию, мне нравится ткань, достаточно качественная, и здесь никакие ни нитки не торчали, никаких нюансов, в общем, вообще не было. Очень хороший, классный комплект, при том, что это бюджетный вариант, потому что я не покупаю для дома сверхдорогую одежду, за редким каким-то исключением, особенных каких-то, знаете, вот особенным настроением, мне хочется конкретную какую-нибудь пижаму. Так я обычно покупаю по адекватной стоимости, это российский бренд, насколько я поняла. Я, кстати, его тоже подсмотрела у кого-то из блогеров. И мне так он понравился. И тот комплект, в котором я сейчас сижу, тоже от этого бренда. Он из мягкой вискозы. Эта ткань не должна кататься. У меня самый маленький размер. Он очень сексуальный, такой облегающий. Очень красиво смотрится, подчеркивает фигуру. И мне нравится, что, опять же, это черный цвет. То есть это будет очень практично. Но я хочу теперь еще в каких-нибудь оттенках этот комплект, потому что он такой комфортный. Так что вот этот комплект, мне кажется, вообще супер находка, при том, что он супер бюджетный. И вот как комплект для дома, это идеальный вариант. Я постоянно подвижна в нем, мне ничего не мешает, ничего как-то не стесняет мои движения. То есть он настолько комфортный, из него действительно просто вылезать не хочется. Такие же топы вы найдете где-нибудь в масс-маркете, они будут 100% дороже, и продаваться они будут отдельно, уже как уличная одежда. Например, в какой-нибудь Заре это точно могло продаваться и висеть на рейле. А тут просто такой вот комплект. Я, конечно, брала это для того, чтобы носить дома все-таки. И плюс с маленькой грудью такие вырезы, мне кажется, очень деликатно смотрятся. И все так, вы знаете, так лаконичненько. Очень сдержанно. Мне нравится. У меня сейчас на заднем фоне так красиво потрескивают свечи. У меня ощущение, что я у костра сижу. Это, знаете, вот эти вот свечи с деревянным фитилем. Не знаю, будет ли видно, но красиво. Возможно, даже услышите. Поговорим сейчас с вами про мое тело, про то, как я его за 5 дней привела просто в приличный вид, действительно приличный, потому что я сейчас начала же снова ходить на массажи после Нового года, и Юля забеспокоилась изначально, почему я включила спорт, почему я резко обновила питание, почему я вернулась на массажи и стала делать их интенсивнее, и Юля забеспокоилась, ей очень не понравилось качество моей кожи, у меня такое бывает после холодного периода, когда она становится менее подтянутая, более такая дряблая, плюс у меня был нарушен питьевой режим, плюс вот эти вот все новогодние, вот этот вот сидячий, лежачий какой-то режим, который был у меня в декабре, потому что было очень много стрессов, и знаете, ты решаешь какие-то вопросы, ты взвинченная, у тебя вот этот вот адреналин, и потом ты просто ложишься, потому что у тебя нет сил вообще жить дальше этот день, поэтому да, вот такой режим жизни немножечко отразился все-таки на состоянии моего тела, моей кожи. Я взяла сейчас время на то, чтобы ее восстановить, я думала, что это будет труднее, но действительно 5 дней, и у меня просто ни следа, ни ямочки на бедрах, все очень-очень красиво, я просто не могу показать это на камере, из-за того, что я просто знаю, какие комментарии я получу, девчонки, поэтому придется верить на слово. Но кроме средств для тела, были открытия для лица. И вот все, что я сегодня покажу, это действительно огромная любовь. Не удивляйтесь, если потом некоторые из этих средств вы повторно увидите в сезонных фаворитах. Скорее всего, когда я буду снимать уже фавориты или вот последнего времени, или фавориты весны, то, что я с собой на весну забираю. Начнем, наверное, с лица все-таки. А потом уже к телу. Самое первое, что я открыла для себя относительно недавно, опять же, почему я затянула этот влог, потому что я брала время на затест. Я давно должна была, по идее, этот влог выпустить, но я взяла для себя определенный промежуток времени для того, чтобы я могла попробовать, распробовать, понять вообще, про что это. Я открыла для себя бренд Nanik. Это космоцевтика. Когда я начала только бороться с акне, это было очень давно, чтобы вы понимали, у меня область поражения была вот прям вот такая, она еще нашла
шею заходила. То есть я кожу восстанавливала. Ну вот с такого состояния даже сложно, честно говоря, сейчас уже поверить в это. И многие девчонки говорят, а где рубцы? При том, что я ничего у косметолога не делала. Только уход домашний, но его было очень много. И что касается космоцевтики, я всегда доверяла ей больше. И вот когда начинала борьбу с недостатками кожи, я все-таки в первую очередь обращалась к сильным мира сего, к косметике, которая действительно способна внушить доверие, скажем так, потому что космоцевтика это все-таки на грани фармацевтики и косметологии, это все-таки более продуманные формулы, формулы, которым больше можно доверять. И в этом плане бренд Nannik это профессиональный бельгийский бренд, это не масс-маркет. И у меня здесь присутствует пилинг-маска на основе экстракта коры серебристой ивы. Я наношу ее на 10 минут, и огромная ее прелесть в том, что для меня это сос выравнивания тона кожи, сос восстановления после каких-то стрессовых моментов, особенно после новогодних, она меня спасла, потому что мы в новогодние все-таки немножечко с нарушенным питанием. Я не говорю о том, что я ела вредности, вредности я в принципе никогда не ем, но при этом было такое, что я вне режима питалась. Чуть больше соли, чуть меньше воды, алкоголь и так далее. И вот эта маска, когда у вас начинают какие-то следы, скажем так, неправильного питания проявляться на коже, она спасает от них, плюс она очень хорошо убирает вот этот вот тусклый серый цвет лица, дает какую-то живость лицу, лицо становится более гладкое, более мягкое, более однородное. Она очень хорошо очищает, очень хорошо отшелушивает. Она сужает поры. То есть у меня от природы моя кожа, она проблемная, она чувствительная очень ко всему, и у нее расширенные поры. И вот после нее поры как будто бы вот такие, знаете, еле заметные. То есть она очень хорошо ухаживает. И кожа ровненькая-ровненькая. И потом макияж прекрасно наносится. Но, конечно, преимущественно я бы лучше использовала ее вечером. Но вот я решила сегодня показать вам ее в донесении с утра. Следующий продукт – это тоник с пребиотиками. Тоник в таком небольшом формате, то есть очень удобно брать с собой, по идее, в путешествие, но я сейчас тестировала его дома. Очень мягкий в контексте воздействие на кожу, то есть не дает красноты, не дает какого-то раздражения, очень хорошо успокаивает. Если вы агрессивное что-то наносили на кожу, то вот он способен успокоить ее, тоже очень хорошо сужает поры, хорошо дополнительно очищает лицо. Все-таки тоник у нас дополнительно что-то еще лишнее с лица убирает и очень классно контролирует выработку себума. То есть у меня еще и жирная кожа в Т-зоне. Кожа в целом с ним такая, знаете, очень отдохнувшая, очень свежая. Опять же, равномерный цвет лица. И использовала я этот тоник в комбо с сывороткой с витамином D. Причем сыворотка настолько приятная, чтобы вы понимали, она ощущается как вот такая водичка, которая чуть более густая, чем она может быть. То есть настолько легкая текстура, настолько приятная, я настолько влюблена в эту сыворотку. Мне очень нравится, что все компоненты идеально подобраны. Мне очень нравится, что она так хорошо ложится, что никакой ни пленки, ничего не остается, что она хорошо впитывается. И даже если мы говорим про утреннее нанесение под макияж, это тоже прекрасный вариант. И следующее средство, особенно хочу про него поговорить, это сыворотка, которая стала для меня открытием, потому что я никогда не видела ничего подобного. Это сыворотка, которая восстанавливает кожу после стресса. Какого стресса? Например, перелеты. Перелеты – это всегда стресс для нашей кожи, либо и какие-то перемещения из пункта А в пункт Б. Самолет – это всегда источник инфекции, которая оседает на нашем лице, поезда и так далее. Плюс в условиях большого города, когда мы очень долго, у меня самой такое бывает, когда я очень долго с макияжем, условно утром я супер рано встала, у меня съемка, потом у меня работа, 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 я прихожу домой спустя, не знаю, 18 часов макияжа на мне, и мне нужно, чтобы на утро меня при этом не обсыпало, потому что у меня утром точно такой же полноценный рабочий день, когда я просто буду пытаться все успеть. И вот эта сыворотка как раз-таки для таких стрессовых ситуаций, она, во-первых, помогает предотвратить
появления воспалений. Во-вторых, она помогает выровнять тон кожи, заботится о коже, одновременно и борется с тем, что уже появилось, если оно появилось, если вы понимаете, что не то, что вы прыщики, а такой, знаете, вот рельеф уже появившийся. Вот она тоже шикарно с этим справляется. Бренд действительно настоящее открытие. Я так счастлива, что я попробовала его, потому что я о нем раньше только слышала. И бельгийской косметике в целом я всегда доверяла. Средства можно купить на официальном сайте бренда. Ссылочку я вам обязательно оставлю. От меня только самые максимальные рекомендации, и многие продукты попадут в фавориты. Это определенно. Теперь о самом наболевшем. Что касается тела. Средства, за которыми я ездила рано утром в «Золотое яблоко», когда я поняла, что вот, все, уже пора, мы этим занимаемся. А мне, чтобы понять, что мне надо заняться телом, достаточно моему массажисту сказать: «Алён, вот все, ситуация просто крах, что-то срочно надо делать». И я тут же мчу, покупаю какие-то средства, начинаю добавлять воду, начинаю правильно питаться, начинаю про рацион, мы, кстати, еще с вами поговорим, наверное, уже в следующем влоге, я прям распишу вам все подробно. Начинаю заниматься спортом и так далее. Но что мне сейчас очень нравится, что мне очень помогает, посмотрите, насколько у меня уже тут израсходовано. Во-первых, я взяла средство BodyFit от бренда Clarins. Это средство, которое рассчитано в целом для коррекции фигуры, и средства для коррекции фигуры у Clarins просто бомбические. Я пользовалась долгое время их кремом Maxwell, что такое называется. Я вот здесь вот где-нибудь картиночку оставлю. И насколько это средство я обожала, потому что оно действительно помогает не то чтобы корректировать фигуру, но условно, когда вы худеете, у вас остается вот эта вот лишняя кожа. Меняется качество кожи, когда вы изменяете количество жиров, например, потребляемых в течение дня. Учтите. И кожа становится менее эластичная, она становится более рыхленькая. Соответственно, когда вы добавляете вот эти средства, они помогают ее подтягивать, и за счет этого корректируются в том числе ваши сантиметры. Обалденное средство, вот уже практически неделю я им пользуюсь. И масло, которое я никогда раньше не пробовала, это для меня такая новинка. Достаточно дорогие средства на самом деле, но они реально того стоят, потому что вот эти корректирующие средства от Guam и от Clarins не заменят мне ни один масс-маркет, кто бы там что ни говорил, что те же средства от Everline или какие там еще рекламировали, они прям вот супер классные. Они классные, но не совсем, скажем так. Масло, которое опять же рассчитано для того, чтобы корректировать ваши сантиметры. Конечно, само по себе оно ничего не откорректирует. Нужно правильно питаться, нужно следить в целом за своим режимом дня, нужно добавлять какую-то активность. Но, тем не менее, в контексте воздействия на кожу и в контексте выведения лишней жидкости я начала им пользоваться, и у меня водичка уходит. То есть у меня ощущение, знаете, вот такое, что мне как-то вот и жарко, и все. И вот мне вот как-то вот так вот мне, понимаете, вот какие-то ощущения, что выводится лишняя жидкость. Плюс оно обалденно пахнет. Вот это-то обалденно пахнет, а вот это вообще просто какой-то отвал всего. И оно настолько питает, оно настолько увлажняет. Я пользуюсь, получается, утром и вечером. Иногда этим утром, иногда этим утром. Миксую между собой. Но при этом все это я использую после сухого растирания, после самомассажа, который я делаю с помощью щетки. Что касается щетки, единственная приемлемая, которая была в тот момент в наличии в «Золотом яблоке», она очень жесткая. Я не помню, как называется бренд. Они стоят что-то около 300 рублей. У меня была от Kaori. Она совсем не жесткая была, и мне ее не хватало. Я поняла, какую историю для себя. На мне работает только жесткая щетка, но при этом, в которой я слабо надавливаю на кожу. Потому что первый раз, когда я ею пользовалась, я себя расцарапала. Я себя так расцарапала. Это просто был пипец. Я вот, видимо, от души потерла. Потом я поняла, что мне надо сменить просто тактику. Мне нужна жесткая щетка, то есть она у меня есть. И легкие движения, которые при этом помогают воздействовать на кожу. Сразу же оговорюсь, этот метод подойдет не всем, потому что это при варикозе нельзя, при многих таких моментах. В общем, лучше проконсультируйтесь со своим, пожалуйста, специалистом. Девочки, не делайте никогда ничего необдуманно. Это все-таки воздействие на вашу кожу и на ваше тело, мало ли что. Если у вас никаких проблем нет, у меня, например, какая проблема? Когда я делаю этот массаж сухой щеткой, у меня возникает... возникают быстрее синяки, когда я там где-то прислонилась, ударилась и так далее. Вот такая проблема у меня. А в остальном прекрасная маркиза, все прекрасно. И за 5 дней у меня ни следа целлюлита. Хотя я пришла когда неделю назад к массажисту, она смотрит и говорит: «Это что?»
И я покраснела в этот момент, чтобы вы понимали. И настолько быстро я все восстановила. Просто я поменяла в один момент вот так вот все в своей жизни. И решила, что вот не вариант. Все. Мы все переначиваем. Мы все меняем. И вот, да, оно помогло. Оно действительно сработало на моей коже. Просто каждый день. Или утром, или вечером. Не два раза в день, но массаж мы делаем. И еще немножко из опробованного, но при этом я пока не могу сказать окончательный вердикт по этим средствам, поэтому уже чуть позже посмотрим, попадут в фавориты или нет. Я пришла в золотое яблоко, у меня закончились шампуни, кондиционеры и так далее. Я хотела взять средство от Moroccan Oil. И девушка-консультант чудесная сказала: нет, подождите, давайте я вам покажу средство от Onsen Siu. Они были на сумасшедшей скидке в золотом яблоке и стоили вместо 2700 1300. У меня увлажняющий шампунь и увлажняющий кондиционер. Пользуюсь, да, вот уже несколько дней. Нравится. Нравится аромат. Нравится ощущение волос после шампуня. Вот обычно помоешь голову и помоешь, волосы особо не меняются. Но... Так... Что происходит? Обычно помоешь голову и помоешь, волосы особо не меняются. Тут, когда ты смываешь этот шампунь, у тебя настолько плотненькие, ощутимые в руках волосы, которые... Ну вот ты просто трогаешь их, и ты каждую волосинку в своих руках ощущаешь. То есть вот настолько они приятные. И кондиционер. Вот кондиционер какой-то недостаточный для меня. Я привыкла к более питательным вариантам, но при этом приятный. Не очень мне нравится вот этот вот аромат, который слишком такой природный. Знаете, вот слишком про травки, про зелень, про луговые цветочки. Я все-таки люблю что-то более такое химозно-сладенькое. Но приятный, ничего не могу сказать. Просто я не прям фаворит этих, таких ароматов. Японцы плохого не сделают. По идее, я очень долго сидела на лейбл. Буду тестировать дальше. Как растестирую, так и расскажу. Мне нужно примерно еще недельки две, чтобы я поняла, насколько они вымывают цвет, насколько они воздействуют на волосы. Потому что даже за 5 применений я никогда не пойму шампунь, вот пока оно вот до сюда не дойдет примерно. Вот только тогда я начну эти средства по-настоящему понимать. Я сегодня проснулась с ощущением, что я немного приболела. Причем у нас в Петербурге ходит какой-то странный вирус. И я думаю, что не только в Петербурге. И все болеют очень долго. Какая-то, знаете, затяжная болячка, которая еще и вызывает осложнения. У некоторых это дает осложнение на легкие. У некоторых это дает осложнение на уши, что вообще для меня просто сумасшествие. Потому что вот ушки я берегу, наверное, с детства, с тех пор, как у меня был когда-то отит, и теперь для меня это просто больная тема. И как только я почувствовала себя очень, не очень с утра, я сегодня еще с утра снимала видео, я поняла, что я сегодняшний день проведу в кровати. Отменила вообще все дела. И да, буду сегодня лечиться. Но у меня тут утренний разбор банок. Дело в том, что у меня появилось очень много новинок в последнее время, и мне просто нужно как-то это все разобрать, привести в порядок. Плюс вообще ванна, честно говоря, очень давно уже требовала моих рук, моей уборки. И я решила немного так по дому какие-то дела поделать и уже после этого отправиться в кровать. Сейчас покажу вам, что у меня тут происходит. Я достала тут свои масла. Это все, что я сейчас использую для тела. Заказала ватные диски. Сейчас приедут, я их помещу в эту корзинку. Здесь у меня стоят мои маски для лица, которые такие тканевые. Здесь у меня какие-то пробнички. Я сейчас очень много всего стала тестировать, поэтому места для хранения нужно уже больше. Вы спрашиваете, вы хотите косметические новинки, а показывать без затеста, конечно, я не имею морального права, поэтому сейчас у меня... Кожа подвергается экспериментам, скажем так. Здесь у меня хранятся все мои основные баночки, что-то для тела. Здесь мои любимые тоники с камбучей от Medipeel. Я его распробовала и безумно полюбила. Вообще всю эту серию безумно полюбила. И их кислородную эссенцию тоже, которая наносится перед сывороткой, но после тоника. Здесь же у меня сыворотка их с камбучей. В общем, все сыворотки, все, что я сейчас использую, все здесь. И мои любимые средства, которые сейчас у меня на затесте.
Наник, который я сейчас использую, тоже все здесь хранится. Здесь у меня пады, что-то для тела, что-то для лица. Здесь мои маски для волос, в общем. И в нижней тумбе сейчас тоже будут банки, там у меня какая-то часть лежит, но я хочу ее заполнить, потому что у меня что-то по коробкам где-то сложено. И у меня возникла идея. Я хочу купить, или, возможно, я найду дома, какую-нибудь интересную корзину, которую я поставлю под раковину. Мне надо, чтобы она была достаточно большая. И сложу туда фен, стайлер, все такое крупное, то, что предназначено для волос. Потому что в тумбе, откровенно, места не хватает. Ну, как бы да. Косяки ремонта, они обнаруживаются спустя время. И я понимаю, что в теории здесь бы влезла раковина побольше, но меня тогда пугали, что тогда мне будет сложно ухаживать за вот этим вот стеклом. Поэтому сделали ее всего 60 сантиметров, а после моей, которая была 80, икеевская у меня в прошлой квартире, мне такая небольшая совершенно непривычна. Поэтому я решила найти выход и просто купить корзину, которая будет симпатично смотреться, при этом я спокойно туда все сложу, она не будет практически заметна даже, если честно. И это будет, ну, как третий ящик. Достал, взял, высушил голову, потом туда спокойно сложил. Никаких проблем я вообще в этом не вижу. По-моему, классная идея. В целом, все. Буду продолжать здесь свои процессы уборки и, наверное, уже в кровать. Мне очень было здорово провести с вами время, сколько я этот влог снимала. Что он очень долгий, на самом деле, для меня, потому что он занял у меня не одну неделю. По сути, потому что начало, оно было снято задолго до всей основной этой вложеской истории, и прошло уже неделя с лишним, как я занимаюсь своим телом, и сегодня перед этим зеркалом я просто была горда собой, мне настолько понравилось сейчас состояние моего тела, и, конечно, я продолжу над ним работать, присоединяйтесь, будем поддерживать друг друга. Я сейчас собой довольна, я собой горжусь, что я такой большой путь проделала всего за неделю, несколько дней, за достаточно короткое время, что я занимаюсь, что я не бросаю, что я действительно влюбилась в сами процессы заботы о своем теле, потому что мы все равно за осень и зиму немножечко так расхлябанно себя ощущаем, нам не всегда хочется вообще что-то для себя делать, но... Знаете, главное начать. Сложнее всего вот положить начало этому всему, а потом уже, конечно, будет легче. Все, мои хорошие, спасибо огромное за то, что вы были сегодня со мной. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю. До встречи в новых роликах. С вами была ваша я. И пока-пока.